Всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы рассмотрим эконом-вариант термального курорта поселка Термаль, а также такие достопримечательности, как ванна Валиде, Султан Баньо в его окрестностях. А в предыдущих моих видео, кстати, видео других отелей, 4- и 5-звездочных отелей. Ссылочка будет также ниже в описании. И также не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Сейчас идем к этой как раз таки водичке, которая специально для желудка, для глаз, всего. И сейчас посмотрим, что там. Отели в этом поселке разной ценовой категории и разной концепции. Есть большие термальные санаторно-гостиничные комплексы и более бюджетные отели, в которые входят только комната и завтрак. И мы его обязательно рассмотрим. Вот там еще другие отели, да, зайки? Смотрите, какой открывается вид. Еще раз напомню, что Елова не похожа на другие турецкие курорты. Здесь нет таких развалин античных. Тут девственная природа, горные пейзажи, термальные источники, минеральная вода. И все деревья пронумерованы, указаны возраст их. Ванны с термальной водой показаны для лечения ревматических заболеваний, варикозном расширении вен и также показаны для геморроя. Например, вот этот вот венек, оттуда снизу выходит пар, вы садитесь на него и достигается максимально лечебный эффект. Также в термальных минеральных источниках проходит реабилитационное лечение после операции. Лечебная вода благоприятно влияет на стрессовые расстройства. Здесь лечит грыжу межпозвоночного диска, шейную грыжу, остеопороз и кожные заболевания, сопровождающие зудом и сыпью. Сейчас мы подходим к Мемба, Астим Бухари. Это восходящий пар с отрицательными ионами для регулирования уровня секреции бронхов. Естественной ингаляции, то есть. Кстати, с помощью пара можно добиться потрясающего косметологического эффекта, освободить кожу от токсинов, избавиться от морщин, угрей и остарения. Зачем люди едут сюда в минеральные источники? В первую очередь, в качестве лечения исцеляющего устройства, а во-вторых, это очень хороший антистресс. А в качестве лечения это идет как улучшение циркуляции крови, расслабление мышечной системы, улучшение нервной системы, снижение нормализации артериального давления, улучшение тонуса кожи, расслабление мышечной системы и лечение многих заболеваний. Терапевтические методы дозировки термальных источников – это купание 15-30 минут регулярно или с промежутком в 1-2 дня. А мы подошли к Алясу, это специальная вода для ног. Она вытекает из этого туннеля. Многие здесь загадывают желание, привыкли так. И, кстати, вода здесь достигает 70 градусов. Гёсую. Вода для глаз, активировано все по приказу Ататюрка, а ранее было здесь все заброшено. Эта вода используется для различного заболевания глаз. А мы уже практически подходим уже к той самой ванне Валиде и Султан Баньо, где вылечилась сама Валиде Султан от ревматизма.
Сейчас мы все ближе подходим к ванне Валиде. Ее построил сам султан Абдул-Меджид для своей матери. Есть отдельные части для мужчин и для женщин. В этой ванне Валиде 26 частных ванн, ванна султана, роскошные мраморные ванны и бассейны, которые были построены для семьи султана. Сегодня их можно арендовать почасово, вот полтора часа. Здесь указаны цены. Султан Бандё, семейный вход 60 лир в будние дни, выходные 75, дети до 6 лет бесплатно. А также здесь указана ванна Валиде для мужчин и женщин в будние дни 25 лир, 28 выходные. Поселок Термаль – современный курорт, подчиненный Министерству здравоохранения Турции. Но рядом построено также множество частных отелей с термальными бассейнами и хамамами. А мы подошли к медесую. Это вода для желудка. Вспомогательные и дополнительные меры для лечения желчного пузыря и хронического запора, гастрита и вывода камней из почек. Прием воды вовнутрь. Здесь как раз таки то самое место, которое в начале видео мы видели с высоты. Мы подошли к нему, сейчас посмотрим, что там внутри. Цена за посещение этого бассейна термального на одного человека 50 лир в будние дни, выходные 65 лир. Открытие с 7:30 и закрывается с 22:30. Здесь располагается резиденция Ататюрка, двухэтажный деревянный дом. Статус музея он получил в 1984 году. Внутри находятся некоторые элементы интерьера разных частей света. Среди них имеется и картина Айвазовского, написанная в 1875 году. Ну вот, друзья, мы посмотрели такой видеообзор этого удивительного места с таким красивым пейзажем. И сейчас мы подойдем к мотелю, и я вам покажу, как экономно можно отдохнуть, снять комнату, неважно сколько человек, арендовать эту комнату. Включен будет завтрак за 120 лир. Там тоже есть комнатки. Сейчас посмотрим мотель, тоже в городе Ялова.
телевизор, холодильник, все умеется, все чистенько, аккуратненько. Такая прям ванночка, так лежит перед вами, если да? Друзья, вот такой вот был видеообзор. Если кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, а также не забывайте посмотреть предыдущие мои видео. Отель Blackbird и Fermalium Hotel Spa, тоже предыдущих видео. Всем спасибо, всем пока-пока.